натуральные продукты для современной жизни. Coral Club International. Это программа «Жить здорово», друзья. Мы говорим про еду. Сегодня у нас тема такая. Три суперпродукта для печени. Первая – хурма за грубые волокна, которые тут есть, и растительные сахара. Грубые волокна не дают всасываться 10-15% холестерина, канцерогенов и токсических веществ, а все они разрушаются в печени. Поэтому хурма – продукт для печени. Второй продукт – это, хотела сказать, барбарис, почти барбарис. На самом деле это ягода годжи, которая по-русски называется диреза. Она выводит лишний жир из организма. У нас осталась третья секретная коробочка, и мы ждем третьего гостя. Как вас зовут? Галина. Галина. Вы кто у нас по профессии? Я вообще-то от рабочего до инженера и обратно к рабочему прошла путь. Сейчас на пенсии. Ясно. Вот смотрите, у нас две коробочки открыты, осталась третья. Какой третий суперпродукт для печени у нас здесь лежит? Салат, может быть. Открывайте. Что это? Не знаю. Не знаете? Нет. Ну, ладно. Правильно. Гречка. Откуда в России русскому человеку узнать гречку? Гречка. А чего вы ее не узнали-то? Так, третий продукт – гречка. По что мы гречку-то сюда внедрили? И гречка тоже является очень нужным для нашей печени продуктом, потому что, опять же, комплекс растительных веществ, так называемых флавоноидов, содержащихся в гречке, уже выводит жир не из сосудов из нашего, а собственно из клеток печени, не давая им разрушаться от накопления этого треклятого жира. Пойдемте ставить опыт на клетках печени. То есть вот эта клетка печени, вот она наполняется жиром, если жира в нашем организме много. Гепатоцит может не выдержать этого накопления. И он разорвется, как любая структура, он имеет степень некую прочности. И его стенки могут в буквальном смысле разорваться. Вытек оттуда жир. На этом месте образовался рубец. Рубец, и что в финале? Соединительная ткань формируется. Там, где рубец, всегда ткань не специфическая, а то, что мы называем рубцовой тканью. И в итоге формируется фиброз. Или цирроз печени. Поэтому от ожирения и жирной печени, жирового гепатоза печени, до цирроза печени ровно один шаг. А тут что? Мы показываем, сколько хорошая клетка не наполняется, ничего там плохого не происходит. Да, да, не разорвется она, размер ее. Никакого жирового гепатоза, размер ее будет скромный, но приятный. Но приятный. Во всех отношениях, не то что тут. Итак, гречка содержит вещества, выводящие лишний жир уже теперь из печени. Поэтому вот таких три продукта мы назвали. Вы знаете, обычно мы называем вам дозы этих продуктов. Но сегодня у нас такой сюрприз. Давайте вернемся на нашу кухню. Мы принесли такой пищевой продукт, который называется Fun Detox, и сделан он компанией Coral Club, и создан он из экстрактов вот этого всего, плюс дополнительный экстракт. Да, есть экстракт плодов хурмы, мы о нем сказали. Экстракт ягод годжи. Здесь, конечно же, есть гречка. И есть еще добавки, которые усиливают это действие. Это просто разводится в воде, да. И вы это пьете. То есть это еда, это готовая еда? В таком вот виде. В таком вот виде. Под названием Fun Detox. Да. Холодный чай. Вот так, друзья. Это все про еду. Нам пора говорить про медицину.